Здравствуйте, драгоценные мои. Здравствуйте, любимые. Здравствуйте, дорогая община. Приветствую вас в эфире. Это прямой эфир. Сегодня у нас хорошее настроение, радостный день. День любви, день благодати. Я верю, я верю, что вы получаете от Бога массу, массу благословений. Вы получаете от Бога, от Бога получаете благодать. Приветствую всех тех, кто смотрит меня со спутником. Молодцы, что смотрите. Я знаю, что многие из вас смотрят, у вас нет интернета. Но если у вас есть интернет, вы всегда пройдите домверы.ру, и тогда вы сможете мне задавать вопросы и со мной лично разговаривать. Поэтому буду очень рад. Да, я Максим Максимов, если кто не знает. Я пастор. Кстати, уже пастор этой интернет, интернетной общины. И рад с вами здесь и дальше быть и служить. Хотелось бы, чтобы вы получали много благословений в вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. Хорошо, итак, приветствую всех, кто там есть, а кто к нам уже подключился через интернет. Сейчас посмотрим. Лариса из Бершевы, наш верный прихожанин. Яна с Москвы, Слава, Татьяна из Риги, Инесса из Бишкуля. Ну, просто уже наша команда. О, Алина из Кременчуга присоединилась. Давно не было Алины, не видели вас. Дмитрий вас тоже несколько дней не было, пусть Бог благословит, Дмитрий из Воронежа, Кременчук, Антон Роза из Германии, Гутен Абен, Абакан, наша прихожанка из Абакана, всем приветствую, Слава, конечно, у нас здесь хранитель, хранитель, Веска из Болгарии, София, мир вам, Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, мой русский язык вам понятен. Всех приветствую, кто присоединился к нам. О, из Мизурии. Татьяна Килюх приветствую. Или Килюх, не знаю, как правильно. Пусть Бог благословит. Лариса Галарос, не знаю откуда, но все равно приветствую вас тоже. Хорошо, всем привет! Шалом. Любовь Божия наполняет вас У нас много разных сообщений Вы можете написать во время прямого эфира Просьба во время прямого эфира Не отвлекаться от темы Потому что многие люди просто отвлекаются от темы Там говорим за одно А они говорят за другое вот. И хотелось бы, чтобы вы говорили за то, что нужно говорить Я вдохновен Благословен Наполнен радостью, жизнью Вчера потратил целый день на работу, работу по а, этому ой, строительству ящика и построил огромный ящик, а, пахал с, ночью, спина болела, руки болели. Ой. Ну, зато получилось. Если вы хотите посмотреть, что за ящик я построил, специальный ящик, я потом его вам покажу отдельно. А, зайдите на мой Facebook и вы там увидите, какой ящик я соорудил. Но ну, очень красивый ящик получился, вот работал, трудился, и, кстати, хорошо, красиво получилось. Мне аж самому понравилось, доволен. Вот. Думаю, что он прослужит лет 20-30, ну или 40 лет, по крайней мере. До конца на моей жизни точно прослужит. Очень тяжелый получился, из хорошего дерева. Вот. Дорогие мои, давайте начнем с благодарности Господу. Вообще начинать день нужно с благодарности, заканчивать день благодарностью. А, вообще быть благодарным хорошо. Я, например, благодарю Бога, что Бог помог, вразумил меня построить этот ящик, сделать его. И работала до 10 вечера. Ну просто, просто с силы вот так все вышли. А, я попрошу Андрея, Андрей, если, возможно, на Facebook выйдете и покажите этот ящик. У меня там на последней странице несколько фотографий есть. Он сейчас включит вам. Facebook страницу и покажет мое произведение рук моих, который, над которым я трудился и посмотрит, что получилось. В принципе, неплохо получилось. Мне, мне я благодарю Бога, что Он дал мудрости. В двух словах, если объяснить, вы знаете, нам пришло оборудование с Израиля, очень шумное, и а у нас нет дополнительных помещений, а у них там серверные есть, где отдельно же они стоят и шумят. И поэтому мы решили сделать ящик, я решил, мы решили, я решил сделать ящик, чтобы спрятать его в звуковом ящике, специальный звуковой ящик, и в этом звуковом ящике будет стоять эти три сервера, оборудование. Получилось нашли, Андрюш? Ага. Он сейчас найдет, выведет вам в эфир, и мы туда засунем их и закроем герметично. И они будут там, шум внутри будет этого ящика. Нам нужно еще специальную вентиляцию сделать, там еще какие-то шаги нужно сделать. Наш пастор все умеет. Да. Только папа мамой быть не может, Хорошо. Ну вот сейчас вы видите эти произведения рук моих, там три фотографии, если возможно их пролистать, там как-то показать. Вот. Ну, вот, вот такая штука получилась. Не знаю, уж не судите меня строго. Бог дал вам мудрость, Максим может все, что угодно. Вот. Спасибо, Татьяна из Мизурии, за вашу ну, веру в меня. Вот. Ну вот вы видите, такой ящик у нас получился, интересный. А, работал над ним и получился. Вас благодарим, Господа, или нет? Давайте вас благодарим, Господа. Благословим имя Господне, прославим его. Он достоин чести, хвалы, он достоин благодарения. Господь, мы благословляем Твое святое имя, мы проклоняемся Тебе, мы славим Тебя, мы благословляем Тебя. Господь, Ты — Царь славы, Ты — Бог Сидержитель, Ты — Бог наш, Ты — Бог милующий, Ты — Господь, вразумляющий нас, мы поклоняемся Тебе. Слава Тебе, величие, поклонение, благодарение, хвала Тебе, Царь славы, хвала Тебе, Иисус Христос, слава Тебе, Господин наш, слава Тебе, Иисус», мы их славим, славим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь, благодарение Тебе. Ты Бог сильный, Бог крепкий, Ты Бог мудрый. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Я прошу Тебя, благослови. Благослови нас, благослови каждого человека, кто сейчас смотрит этот эфир. Благослови Духом Твоим Святым. Наполни сердца людей. Держи нас крепко, Господь, во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа да пребудет с вами Господь, да откроет Он над вами окна небесные, да и зальет от Духа Своего во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, благословляю во имя Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да благословит вас Господь, да направит вас Господь, да укрепит вас Господь, да защитит вас Господь во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь мы с вами продолжаем собирать средства на камеру. Давайте посмотрим, что у нас там с вами собралось. Вообще благодарен всем людям, тем, кто поддерживает нас, тем, кто участвует и тем, кто помогает нам помогает нам собрать финансы на камеру. Если вы будете дальше активно, вот сколько у нас, 2170, аллилуйя, слава Господу. 2170 собрали из 3000. Вы можете пройти на этот сайт и поддержать нас gofundme.com от слэш от 3 орг вот там такая вот система пройдите и вы можете поддержать нас буду очень очень благодарен благодарен вам за ваше участие пусть бог благословит вас дорогие мои как благодарен каждому из вас за вашу щедрость за вашу верность, за ваше постоянство, за ваше участие. Я делаю все, что в моих силах, чтобы мудро управлять каждой копейкой. Вот этот ящик я делал, почему? Потому что, чтобы его самому сделать, ну это будет до, где-то долларов 250 стоить, чтобы его собрать, сколотить из материала, все. Это материалы, стоимость материалов. Чтобы его купить, он будет 2500 долларов стоить. Поэтому я, недолго думая, сразу же понял, что я сколочу этот ящик сам и сделаю его, чтобы он послужил нам многие многие годы, был, был хорошим, ну, давай так скажем, хорошим, он нам, на многие годы поможет нам. Поэтому мудрое управление. Я хочу быть мудрым правителем и управлять, и экономить. И мы это делаем все. Все делаем так, чтобы, чтобы было хорошо и благословенно. Аминь. Как быть успешным в Господе. И вчера мы начали с вами тему о сеянии. Мы говорили сейне Слова Божьего. Мы начали тему о сеятеле. И вышел сеятель сей. Все знают эту притчу. И Господь ее рассказал, чтобы мы были верными, верными в Его Царстве. Он говорит: вы почва, тот, кто слушает, это почва. Есть почва, дорога, куда приходят бесы, и они склевывают. Есть почва а, каменистая, неглубокая. Много христиан сегодня неглубоких, поверхностные христиане. такие, Они такие, а, не идут глубоко. Они говорят, ну я в церковь хожу, все классно, я дальше не хочу идти. Они не идут глубже, они не идут на глубокие воды. Когда Иисус сел в лодку Петра и сказал, заплыви поглубже. А, когда вошел пророк в воду, он пошел глубже, 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 до тех пор, пока река не подхватила его. Войди на глубину. Войди на глубину отношений с Богом. Войди глубже. Я призываю вас, все эти эфиры, которые мы делаем, войди глубже, на глубину. Зайди глубже. Я хочу пойти глубже. Я хочу пойти глубже в отношениях. Я хочу пойти глубже в молитве. Я хочу пойти глубже. Я хочу идти на глубину. Я хочу, чтобы а, я хочу, чтобы мы с вами оказались там, а, а, где где обитает Бог. Бог обитает. Он сказал: возьми и копай и углубись, дойди до камня. Камень же есть Христос и положи твердое основание. И а, это это, давайте так скажем, фундамент нашей христианской жизни. Многие строят на песке, не на камне. И строение тех разрушается, кто строит на песке. Мы же хотим пойти глубже. Мы хотим построить на глубоком фундаменте. Мы хотим построить так глубоко, так ясно. Мы хотим построить а, дело Божие не просто спустя руку. Мы хотим сделать такую потрясающую работу. Мы хотим трудиться, чтобы Господь прославлялся. Это внутри нашего сердца желание. Мы хотим познать его. Мы хотим не просто стоять с поднятыми руками, мы хотим по-настоящему поклоняться. Мы хотим, если молиться, то по-настоящему молиться. Если что-то делать, делать это по-настоящему. И если мы делаем это по-настоящему, тогда у нас все получится. И у нас получится в отношениях с Богом, получится в отношениях друг с другом, получится, у нас все получится, у нас все получится, и мы все сможем. Аминь. Итак, мы говорим о секретах христианской жизни. Андрей, какой это урок у нас уже? Наверное, девятый или десятый? Десятый урок. Это десятый урок, серия таких уроков. И мы с вами говорили, в чем успех. И вчера мы говорили в словах, что слова много значат. Ну давайте прочитаем местописание, чем мы живем. Вот чем вы живете. Скажите мне, ответьте. Чем вы живете? Когда мы говорим о христианской жизни, вот чем вы живете, я понимаю, вы скажете, Богом, я сейчас не про это, чем вы живете вообще? Из-за чего приходит ваша жизнь? Откуда? Чем, чем вы наполняетесь? Чем вы наполняетесь и чем вы ну, Господу слушаете? Говорят, эфир тихий, пожалуйста, вы видите громче. Сейчас мы попробуем на усилителе сделать погромче. Сейчас мы исправим эту ошибку. Посмотрите по индикаторам. Мы вывели громче. Сделали погромче. Я буду громче говорить, если там не работает. Итак, вопрос к вам, дорогие мои чем вы живете чем, в чем у вас жизнь а, чем наполнена ваша жизнь я хотел бы адресовать каждому зрителю человеку а, каждому каждому а, чем 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 вы вот ваша ваша среда обитания я понимаю вы скажете богом и все остальное чем вы живете чем от чего живем мы и здесь а, важный вопрос к вам. А что в действительности для вас? Когда мы говорим, чем мы живем, вопрос, давайте откроем место Писания. Матфея, 4 глава, 4 стих. Матфея, 4 глава, 4 стих. Здесь написаны такие потрясающие слова. Матфея 4,4. Написано так. «И сказал и ему в ответ написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Правильный ответ. Мы живем словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Очень важный момент. Послушайте, когда мы с вами говорим, вот, например, это же Матфея, 4 глава, когда мы говорим, что мы живем Словом Божьим и подразумеваем Библию. Сейчас послушайте внимательно. Мы подразумеваем Библию. Мы живем Словом Божьим. Но теперь послушайте меня внимательно. Это я сейчас хочу к вам обратиться. Мы живем Словом Божьим. И в 4 главе дьявол искушает дьявол искушает Иисуса Христа. Тогда Иисус возведен, первый стих, и тогда Иисус возведен был, Матфея 4 глава, первый стих, духом в пустыню для искушения от дьявола. Читаем дальше. И постившись 40 дней и ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, ты сын Божий, «Скажи, чтобы эти камни сделать хлебами». Он сказал, «Не хлебом одним будешь жив человек, но всяким словом». и дальше, Потом берет его дьявол, пятый стих, ставит на крыле в святой город, на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, написано в Библии, дьявол берет Слово Божье, цитирует из Библии, из псалмов, и он вдруг... Говорит то, что сказал Бог И Бог сказал, дьявол говорит Из уст дьявола написано И сказал Господь, ангелам своим заповедую тебе И на руках понесу тебя Да не приткнешься камень ногой твоей Дьявол цитирует Библию Священное Писание И из уст дьявола Идет цитата из Библии Сейчас послушайте внимательно из уст дьявола идет цитата, библейская цитата. Дьявол цитирует священное писание. Теперь послушаем еще раз внимательно. Смотрите, здесь написано, 4 стих. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сегодня много антихристов, используя Слово Божие, лже пасторов, лже-пророков, лже-апостолов, берут Слово Божие и используют его в своих целях для того, чтобы обольстить и прельстить. Дьявол хотел использовать Слово Божие, чтобы Иисус сделал то, что угодно ему но человек будет жить всяким словом исходящим из уст божьих. понятно я объясняю или нет не из уст какого-то умника цитирующего писания, а из уст божьих. Когда кто-то цитирует Библию, это еще не значит, что этим словом ты будешь жить этим словом тебя прибить хотят. Дьявол хочет, чтобы ты с храма бросился, используя, используя, используя слово Божие. Дьявол хочет, чтобы ты сбросился с крыла храма. Он умелец такой, он берет слово Божие и начинает сейчас, когда кто-то цитирует Библию, это еще даже не значит, что теперь этим ты должен жить. Нет, 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 постой. Я не хочу, когда мне кто-нибудь цитирует Библию, я сразу же говорю, я не хочу слушать то, что мне говорит дьявол, даже если он говорит Библию. Я хочу слышать, что Бог мне говорит. Очень важный момент. Не цитата спасает, а слово, исходящее из уст Божьих. Аллилуйя Для этого нужно общаться с Ним Для этого нужно с Ним дружить Для этого нужно быть другом с Богом Для этого нужно жить с Богом Ходить с Богом Наполняться славою Аллилуйя Нужно с Ним быть в отношениях Не с цитатами Возьмите еговиста Они цитат знают больше чем вы их, они забьют вас цитатами. Они цитаты знают. Они одного не знают. Им Бог нужен. Им нужно покаяться. Они верят в религию, а не в Бога. Многие люди верят в христианство вместо того, чтобы верить во Христа. Многие люди верят в церковь, вместо того, чтобы верить в Христа Спасающего. Многие люди верят в что-то хорошее, они а слушают не оттуда. Мы, человек, будет жив Словом, исходящим от, из уст Божьих. Аллилуйя! Когда мы говорим о том, что мы будем а, слышать Слово, Бог не, не будет исполнять Слово. Давайте откроем пророкам. Господь, вы ждете чудо? Бог дал вам слово. Давайте так, прочитаем. Исаии, 55 глава. Будем много читать, с, 5, с 8 стиха. Исайя – это пророк. В Старом Завете найдите большая книга Исая. Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, не ваши пути мои, не, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Он говорит, у меня пути вот такие, у вас вот такие, вы земные. Дальше он говорит, но как небо выше земли так и пути мои выше пути ваших у меня есть высокие пути и мысли мои выше у меня есть высокие мысли для вас народ у вас меня есть другие мысли читаем дальше как дождь сейчас внимательно и снег не сходит с неба и туда не возвращается но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать как дождь смотрите как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю Делает ее способной рождать, просвещать Чтобы она давала семя тому, кто сеет И хлеб тому, кто ест Так делает Дальше читаем Так слово мое Которое исходит из уст моих Оно не возвращается Ко мне тщетным не испол Безработным без, без результата Но Исполняет что угодно совершает то, для чего я послал его. Аминь. Посмотрите, что происходит. Бог говорит, слово мое не возвращается неплодовитым, тщетным. Нет. Слово мое не возвращается тщетным. Слово мое не возвращается тщетным. Оно исполняет. Теперь, если у вас есть внутри слово, Бог бодрствует над Словом Своим. Он бодрствует над Словом, чтобы оно исполнилось. Бог бодрствует над Своим Словом. Если у тебя есть Слово внутри от Бога, Он его спешит исполнять. Ис... Сейчас послушайте. Может быть, у тебя есть цитата. У меня есть цитата. Цитата не работает. Пу -пу 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 -пу. Нужно, чтобы тебе пришло Слово. Если у тебя есть цитата президента И президент сказал Мы хотим, чтобы к концу Такого-то года Мы вырвались и стали Экономически процветающими бла 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 Окей, Хорошая цитата Теперь, если президент повернулся И сказал Я тебе выдам там, Квартиру Это другая цитата, это конкретное слово Многие живут цитатами божьими Которые он сказал кому-то другому вопрос, а вам Бог сказал? Тебе Бог сказал что-то? Если Бог тебе сказал что-то, что Он тебе сказал? А? Тебе лично, что Он сказал? Сказал ли Бог в твою жизнь что-то? Сказал ли Бог для тебя что-то? Что Бог сказал тебе? многие не знают что бог сказал для них бог это всего лишь куча цитат это всего лишь цитаты из библии общение с богом это общение с цитатами я хочу вам дорогие мои сказать что отношения с богом это не общение с цитатами а отношения с богом это личностные отношения какое слово он тебе сказал бог бодрствует над словом своим что Слово слышанное не растворено. Давайте откроем Евреем 4 главу. Когда мы принимаем слово, когда приходит к нам слово, да, здесь очень важный момент. Мы это слово, секрет слова, должны озвучить, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользу слово слышанное и нерастворенное верою слово необходимо растворить верою. Дорогие мои, какая у нас сегодня потрясающее слово. Мы говорим о плоде уст. А, мы говорим о том, что нам необходимо с вами наполнить свои слова, уста не цитатами только, а словом, которое Бог сказал в вашу жизнь. Говорите. Когда мы говорим о жизни и смерти во власти языка, вы помните те слова, которые мы сказали? А, а жизнь и смерть во власти языка. От плода уст наполняется, притча 18 глава, 20 стих. От плода уст наполняется чрево твое, твоя жизнь наполняется, притча 18-20. Твоя жизнь наполняется из-за того, что ты говоришь. И дальше 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка и любящего вкусят от плодов его. Аминь. Слава Господу. Мы с вами понимаем силу слова сказанного. Говорите. Во-первых, нам необходимо услышать слово. Когда ты слышишь слово, это момент истины, момент тайны, кайрос-момент, момент встречи с откровением, момент встречи с Божьим присутствием, момент встречи с Богом. В этот момент, когда происходит момент встречи, твоя жизнь меняется теперь ты получил слово, его нужно говорить. Я когда получил слово о том, чтобы открыть телеканал, я стал говорить, 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 я стал говорить. Я наполнил свой эфир этими словами, я говорил постоянно, я говорил всем, я всех убеждал. Я всем говорил, люди, мы открываем христианский телеканал. Я всем говорил, я убеждал всех. Я всем, я всем, всем, всем просто прожужжал, прожужжал, что у нас будет христианское телевидение. Многие люди наполнены негативом. Знаете, особенно вот наш славянский народ, мы любим говорить «ничего себе». Он говорит, «О, ничего себе». Я говорю «ничего кому?» Он говорит «в смысле кому?» Я говорю «ты сейчас только что сказал ничего». Он говорит «ничего себе». Я говорю «то есть ничего тебе?» Он говорит э -э -э «нет, все мне». Мы говорим ничего себе постоянно, о, ничего себе, о, ничего себе, о, ничего себе! Мы говорим на вопрос, как дела, говорим ничего. Ничего это шиш, пустота, это ноль. Мы говорим, как твое ничего. Мы говорим о ничего, как о чем-то особенном. Ничего, ничего. Дорогие мои, когда мы приходим к Богу, мы говорим все могу, укрепляющий меня Иисусе, все мне дарует, все у меня. Будет все. И у меня все получится. У меня все, все преодолею. Я все смогу. Все со мной. Извините свои слова. Ой, наверное, я заболею. Не... Не заболеешь ты. Не заболеешь. Ты будешь с Господом, и все будет хорошо. И Бог будет с тобой. И Бог будет будет с тобой, не говори. Многие говорят, о, ужас, ужас, постоянно говорят, или кошмар. Я в шоке, я в шоке. Ужас, кошмар, в шоке, какие слова. Люди, давайте изменим на позитив. Но ведь позитивным быть лучше. Послушайте, позитивным быть лучше. Давайте будем позитивными, давайте ходить во свете, давайте ходить в любви, давайте ходить и наполняться жизнью Божией. Давайте излучать излучать, излучать Божью любовь, излучать Божий свет. Давайте говорить слова. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Говорит, говорит ли Бог, кошмар, кошмар, какой кошмар, я в шоке. Нет, мы говорим с вами. Бог не говорит так. Мы говорим, как говорит Бог. Бог говорит благословен. Бог говорит жизнь. Бог говорит все могу. Говорите слова Божьи, цитируйте, повторяйте. Говорите то, что говорит Бог. Говорите жизнь. Если вы говорите жизнь, она начнет... Да, не, не случится, но если ты начнешь поливать землю, это как воду, капли дождя приходят с неба. Оно не сразу, но постепенно земля размочится, станет мягкой, начнет расти. Работайте над своими словами. Фильтруй базар, говорили мне ребята во дворе. И я хочу сказать, в действительности, проверяйте ваши слова о чем вы говорите, проверяйте, чистите, чистите ваш эфир, чистите ваши слова, наполните, замените негатив, возмущение, ропот, сквернословие, негативизм, в постоянное ожидание чего-то плохого, замените на позитив, радость, ожидание лучшего, замените на свет, говорите жизнь! говорите жизнь говорите благословение говорите ранами иисуса есть исцелен говорите я благословен бог со мной бог вразумляет бог наполняет бог ведет бог защищает я могу я смогу я преодолею у меня получится были у меня сомнения, когда я приступил к работе над своим ящиком? Да, конечно, были. Не знал ли я, что у меня получится? Я не знал, что у меня получится. Но я знал, что нужно начинать. Дорога осилит идущий. И вы знаете, я когда сидел, думал, чертил схемы, все расчертил. Потом начало получаться, и все получилось. Говорите. А если бы не получилось? Я бы еще бы пошел бы распилил снова, пока не получится. Вы верите в то, что слышите. А слышите... Вы то, что исходит из уст ваших. Поэтому, если вера от слышания, наполните свою жизнь словами Божьими. Алло, наполните свою жизнь словами Божьими. Вы слышите меня? А? Наполните. Вы слушаете? Сейчас, конечно, вы слушаете меня, и ваши уши наполняются словами Божьими, и вы верите. Но теперь, если вы будете говорить, джукс, Бамс, вера, вера от слышания все могу, вера, верующий все может, хотите все, тогда говорите. Все начинается. Ты говоришь слова веры, они попадают в твои уши, ты начинаешь верить. А вера действует и производит чудеса. Верующий может все. Хотите стать верующим, начните говорить. Начните проповедовать Слово Божие. Один из самых лучших методов начинай говорить другим откровение которые ты получил. Засевай, причастители. Одно семя упало, 100 умножилось, 100 слов сказал. Бог сказал одно слово, ты размножил на 100 слов. Получил одно откровение, 100 раз повторил. Умножайте слово. 100 раз повторил, начинаешь верить. Начинаешь верить, начинаешь действовать. Верующему все возможно. Если же ты слушаешь слова слова сомнения, о, я сомневаюсь, я не уверен, ой, ну знаешь, не все так просто, вот знаешь, не, не все, не за, не, ну знаешь, ну ты подумай серьезно, и ты начинаешь сидеть думать, и тогда катастрофа лезет из тебя. И просто, и просто, дорогие мои, я стучусь в ваши сердца. Я стучусь в ваши сердца. Разрешите слову умножаться. Во власти языка жизнь и смерть. Направьте свой язык в зону благословений. Направьте в зону благословений. Наполните жизнь благословения. Бог, благо, благ, Бог благословляет, наполните жизнь светом, наполните жизнь благодатью, наполните Себя благословением. Аллилуйя. О, О, слава, слава Тебе, Господь! Мы прославляем Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя. Вы даже не представляете, какие тайны, благословенные. Вы такие простые вещи, но эти, эти слова жизни, они наполняют каждого из нас. Говорите Божье Слово, и ваша жизнь изменится. Не говорите сомнения, говорите радость, говорите жизнь, говорите мощь, говорите, и вы увидите, как Бог наполнит вас. Аминь, аминь, аминь. Дорогие мои, благодарю Бога каждый день, благословляю, молюсь и прославляю. И молюсь за вас. Повторяйте эти слова, откровения. Я все могу во Христе Иисусе. Я все преодолею. Я победитель. Господь сделал меня новым народом. Особенным, взятым в удел. Повторяйте за мной. Я Божий человек. Я омыт кровью Иисуса Христа. Я очищен. Иисус мой Господь и я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я победитель. Слово Божье обитает во мне. Я новое творение во Христе Иисусе. Я сильный воин Христов. Я преодолею силою Господа все преграды. Повторяй за мной. Я говорю горе, поднимись и вернись в море. И я верю во имя Иисуса Христа. Я смелый, я не трус, я победитель. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он ведет меня, он укрепляет меня, Господь вразумляет меня. Господь защита моя, Господь укрепление Мое, Господь за меня, я не боюсь. Аллилуйя! Иисус, мой Господь, древнее прошло, теперь все новое во Христе Иисусе. Аминь. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого из вас. Я говорю благословение над вами. Бог всемогущий да благословит вас, да откроет над вами окна небесные, да и зальет над вами благословения свои, да сокрушит дела дьявола, да даст умножение, даст рост, даст благодать. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь. Лицо Свое на Тебя и даст тебе шалом мир, радость, умножение, мудрость, водительство свое во имя Иисуса Христа. Аминь. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Люди пишут сейчас, там я смотрю на сайт О Ольга пишет: Все могу, слава пишет Аминь. Александра пишет, провозглашаю слово, так, чтобы в каждом эфире я победитель Наталья из Кировограда, Любовь из Карелии говорит Аминь, Татьяна из Риги Аминь, Слава Аминь, Наталья из Вашингтона Аминь, всем 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 говорю Аминь, да будет так, Израиль, Эстония, всем говорю, да будет так во имя. Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Сегодня была важная тема. Завтра у нас шаббат. Всем хочу сказать шаббат, шалом, с наступлением шаббата. У нас выходной в шаббат. И мы будем в воскресенье снова встречаться. Продолжая тему об секретах успеха христианской жизни. Пусть Бог благословит вас обильно. Я ценю, дорожу каждому из вас. Если у вас есть желание Поддержите нас. Эля Сиэтла, доброе утро. Спасибо за молитвы. Наш сын Давид лучше. Слава Господу! Я рад за вас, Эля. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть желание, поддержите нас, мы на камеру продолжаем собирать. Вы знаете, еще немного, еще один рыбок остался, и мы сможем. Буду ждать, пока придет, придет все финансы, и тогда будем делать это. Спасибо из Лондона, God bless you. Пусть Бог благословит вас. Слава Господу! Хранит вас Господь. Я ценю и дорожу. Ваши приношения, ваши пожертвования являются огромным благословением. Благодарю Бога. Господи, благослови славу из Сарани. Благослови его жизнь. Пускай Господь он укрепится во имя Иисуса Христа. Дай Господь ему ответ во имя Иисуса. Аминь. Я благословляю вас всех, говорю благословение над вами, прощаюсь с вами. Спасибо за ваши дестины, приношения. Спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Спасибо за ваше участие. Вместе мы сила. Вместе мы многое можем. А давайте держаться за Господа. Каждый день мы здесь вместе, кроме субботы и понедельника. В это же время на доме веры.ру я благословляю вас, ценю и дорожу вам. Хранит вас Господь. Держитесь за Господа и все получится. Говорите слова Божьи, говорите жизнь, говорите позитив, говорите благословение, говорите и у вас все получится. Антон и Роза, говорите благословение. Александр, говорите благословение. Все, кто меня смотрит, говорите благословение. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.